Добрый день, сегодня у меня такая детская тематика. Журнал «Ёжик» детский и «Шишкин лес». Пошли, посмотрим, что они себе представляют. У них юбилейные, так они считают, им 4 года. Такие у них картинки. Ну, кстати, моим детям очень нравится этот журнал. «На поиски снежного человека». Ну, такая юмористическая. Как это называется, когда одни картинки, я уже не помню. Потом волшебная картинка, но это, вглядываться надо, и потом будет трехмерный рисунок. Вот это я не умею. Это несколько загадок, довольно интересных. Вырезать 3D-смайлик. Ну, занимаюсь, какой-то кубик получается. Никакой не смайлик. Что мы имеем дальше? Вот опять. Кстати, интересно про игру про водолазов, кем быть. Подделка небольшая, осьминог, это посвящено морю. Пёс детектив, интересная история, кстати. Купите, почитайте журнал. Я просто знакомлю. Вот забавный рассказ про злого крокодила. Тоже. Так, он для маленьких длинный, но вот ребенку 9-8 лет вполне прочитает. Лабиринт. Любимая детская игра в основном. Вот здесь вот, что взять с собой в поход? Мне вот интересно, некоторые детали довольно спорные. Допустим, вот этот, это крюк. Скорее всего, его надо взять с собой. Зонтик. Зонтик, я думаю, брать не стоит. Зачем? Спасательный круг. Если там, ну, если поход в город, то он не нужен. Ну, я так просто. Интересно, зонтик. Зонтик я в поход никогда не беру. Кто-то берет. Тоже на любителя. Футбольные ботинки или что это такое, не знаю. Надо. Веревка это обязательно. Термос. Ну, термос я не беру, например, с собой. Походу я много хожу, но как-то без них. Без него обхожусь. Пазлы надо вырезать. Загадка, кстати. Ну, обычная вводилка. Как обычно, у них игра. Такая настольная игра. Так, найди отличия. Тоже тут надо поставить, чтобы найти 20 отличий вот на этих рисунках. Опять поделка. Кошмарики. Для детей тут какая-то страшная история. Ну, довольно красочный журнал. Очень много поделок, вырезалок. Если ребенку интересно вот именно заниматься рукоделием, то мои-то особо этим не хотят. Ну, они, конечно, вот такую игру «Найди маршрут», это не поиграют. Анекдоты и сканвордик. Сканвордика не так. Отгадывать, конечно, любят, но вот самые любимые их анекдоты. Вот анекдоты, они вот анекдоты без ума детских. Раскраска у нас тут. Загадки. Ну, тут интересно тут. С подменой букв, допустим. Болтовка, это, оказывается, футболка. Ну, вот они очень долго смеялись, когда читали. Фокус-покус. Кстати, да, интересный. Мне самому понравилось. Вот тут, если банку налить воды, там, стрелочку нарисовать, банку налить вот эта стрелочка будет смотреть в другую сторону. Немножко физики учат. Перевертыш. Вот рыбка. Если перевернуть, то будет птичка. Ну, вот такой журнал. Что-то. А, последний. Опять кроссвордик и ответы. Вот. Они их пересматривают. Эти реально хорошие журналы. И «Шишкин лес». Вот этот. Православный такой познавательный детский журнал. В нем очень много полезного. Но они ему, к сожалению, уделяют меньше внимания. Читаем больше взрослые. Так, что у нас на первой странице? Ну, обычно содержание. Тут главный герой. Коксик. Зубок. Лиса, не помню, как ее зовут. Поле пастушков, посвящена Рождеству Христову. Страничка эта. Комикс. А, да, кстати, это комикс называется, когда картинки и описано. Ну, тут комикс-то он особо не смешной, просто история мальчика, которому очень хотелось петь в законном хоре. Кстати, да, по интересный рассказ по мотивам рассказа Никифора Волгина. Его переделали
для детей. Стихи. О, ребусы тут есть. Загадки. Чейнворд тут какой-то. Очень интересная история, знаете ли вы. Секреты голубой планеты. Посвящено в основном все льду. Кстати, да. Интересно будет почитать. Кстати, я не читал еще, но как-нибудь на досуге я этим займусь. Вот книжка. Книжка, посвященная Ветхому Завету. Одной из историй Ветхого Завета. Адам и Ева. Она так вырезается. И потом прошивается. И маленькая такая миниатюрная книжечка в стихах. Так, кстати, мультфильм есть. Вот по этой книге создан. Всем советую. Он так и называется. История Ветхого Завета. Аж 3 DVD-диска уже вышло. Можете заказать на... Как он называется? Ташишкин лес. Радость моя телеканал. Там можно найти. В интернете. История рождественской открытки. Ну, там тоже рассказы довольно познавательные. Опять игры. Найти 10 личий. Найти мандарины. Ну и так далее. Тоже. А тут посчитать что-то надо. Школьные приключения Деда Мороза. Так, я, кстати, не читал рассказ, но, судя по картинкам, довольно интересный. Игра. С кубиками. Кстати, сейчас в каждом журнале почему-то эти игры стали делать. О, домик из коробка можно сделать, спичечно. Короче, интересная поделка. Может быть, попробовать сделать. Праздничная упаковка. Кстати, интересный журнал. Вот. Можете подписаться. Купить на сайте. Кстати, рекомендую. Но это не реклама. Мне за это никто не платит. Ну, просто интересный обзор делать.